Алишер Каримов зажег Коктюбе. По традиции, в минувший четверг на высокогорной сцене прошел Open Air, где парень исполнил любимые всеми композиции и разогрел публику настолько, что кое-кому даже было жарко. Мы и раньше догадывались о том, что у финалиста проекта Superstar KZ много поклонников, но чтобы настолько... Отметим, что на выступление Алишер по доброй традиции опоздал. Певец признается, что избавиться от этой привычки он не может. Кстати, Алишер поведал нам о выходе в свет своего нового альбома «Тогда», презентацию которого парень не афишировал в массах. Мол, кому нравится его творчество, и так приобретут CD. Там очень много хороших песен, которые... Кстати, 4 песни из нового альбома я написал сам. Вот, и думаю, что моим слушателям будет интересно услышать меня еще в качестве композитора. Насчет информации о дуэте с народной артисткой Макпал Жунусовой Алишер тоже подтвердил и добавил, что к осени они намерены снимать видеоклип. Ну а мы вернемся к выступлению на Коктюбе Пати, где Алишер, как и его поклонники, зарядились позитивом и отличным настроением. Настроение, конечно, приподнятое, потому что замечательная публика. Я думаю, что помимо тех, кто случайно оказался на Коктюбе, были немало слушателей, которые пришли специально на Алишера Каримова. По доброй традиции, национальный телеканал Hit TV, продюсерский центр Hit Production и, конечно же, площадка Коктюбе не отпустили Алишера Каримова с пустыми руками. Хотят поблагодарить тебя, сказать тебе спасибо за твое творчество и подарить тебе такую награду. На высоте! Для тебя! Спасибо! Спасибо большое! Ну а выступить на следующей вечеринке Коктюбе уже полным ходом готовятся парни из группы Mellow Man. Именно этот коллектив будет зажигать площадку Open Air Коктюбе 21 июня. Не пропусти, ты должен быть там!